У вас она явно пошла. Ну, не только у вас вообще. Команда. Ну да, вы правда. Это командный спорт, поэтому говорить о личностях, о ком-то из нашей команды, я думаю, не стоит по одной простой причине. Один в поле не воин. Команда сегодня сыграла, команда, можно сказать, вытащила эту игру, поскольку после второго 1-2 горели. Ну и слава богу, все хорошо закончилось. Насколько важно, что это не просто победа, а волевая, отыгрались? Это всегда важно, это идет становление команды, в первую очередь. Характер команды, как говорится, каждый должен выворачивать из себя все в таких моментах. Может, это громко звучит, но действительно так. Ну и когда эта команда делает, это идет только в пользу команды. Когда смотрели предыдущий матч Акбарса со СКА, обращали, наверное, внимание, как они большинство здоровья реализуют, да? Они сейчас там тоже два раза забили. Что... Да, действительно так. Ну, есть мастера, есть исполнители. Что-то говорить. Первую шайбу сегодня играли втроем, двух пушек не было. Такая случайность. Ну, наверное, и из таких ситуаций надо выбираться все-таки. Ну, а второй гол, что тут комментировать? Я еще раз говорю, комментировать я, наверное, не буду по одной простой причине. У нас много специалистов, комментаторов, наверное, все разберут, все скажут, покажут. Пару последних вопросов. Как вы думаете, будет ли на матче со СКА аншлаг? Первый аншлаг у вас, у команды ЦСКА. Ну, потому что даже на Акбарс не собирались, 3500 пришлось сегодня. Ну, хотелось бы, наверное, что? От нас зависит, наверное, качество игры. А от меня лично, наверное, хотелось бы попросить тех болельщиков, кто захочет прийти на хоккей, поддержать хоккейный клуб ЦСКА. Конечно, хотелось, чтобы они пришли, поддержали нас. Они нам необходимы. Последний вопрос, как за вас болеет сынишка? Потому что есть в НХЛ такая традиция, там дети собираются маленькие, играют в хоккей в раздевалке, команды делятся там. У вас не тоже знаю, такое? Как НХЛ, у нас, слава богу, все хорошо в этом плане. Вот, да. Пускают, да, два моих сына. Да. Так что все нормально, идет преемственность, я надеюсь. Расскажите, как зовут их, они в хоккей отдают, да? Старший занимается, да, младший только собирается. Ну а про хоккей еще говорить... Наверное, это высоко и сильно. Да. Пока занимаюсь физкультурой в виде хоккейной секции. Спасибо. Поздравляю вас с победой. Посмотрели, что впервые ты очка в КХЛ. У вас сегодня какой-то особенный день был, нет? Впервые, да, кстати? Да. Судя по статистике. Я не знаю. Видите, вам виднее еще раз, поэтому что могу сказать. Я рад. И спасибо всем ребятам, кто помог это сделать. То есть просто так сложилось или нет? Ну, что я могу еще сказать? Ну, конечно, хочешь размешить Бога, расскажи ему свой план. Ну, что, так получилось, слава Богу. Шайбу надо забрать. Показалось, там не было Киселевича до конца матча. Это не комментирую, это тренерский штаб, либо судейский комитет, наверное, вам все расскажет и покажет. Спасибо большое. Всего доброго.